Замечательно. Да, добрый день. Я просто сейчас организую сейчас все и сделаю так. Угу. Добрый еще раз вечер. Мы с вами завершаем сегодняшний день. И я, так скажем, в завершении, да, снова говорю о том, что с точки зрения наших, так скажем, сейчас я по курсовой работе, я обещал, я выставлю, постараюсь сегодня в ночь темы и, соответственно, по срокам выполнения курсовой работы дополнительно скажу. Хорошо? Вот, в общем, сидим пока максимально дома, такое наше указание. Вот, если вам необходимо, давайте тогда мне на электронную почту или скиньте, если у вас есть почта группы, или скидывайте свои, своего рода заявления, да, почта у меня простая. Я сейчас в чате напишу. mzz@mail.ru. Тогда вы просто мне ее скинете, да, это заявление, и мы, собственно, в данной ситуации, ну, так скажем, обменяемся и списком, и требованиями, и в том числе, так скажем, ну, если действительно Прометей вдруг не работает, чтобы мы взаимодействовали хорошо. И сроки тоже оговорим. Возможно, с точки зрения курсовой работы, это будет фактически до конца этого в целом семестра, да, история, потому что, очевидно, мы вряд ли, так скажем, будем работать в очном режиме. Ну, посмотрим, потому что ситуация, как вы видите, достаточно противоречивая. С одной стороны, общие показатели говорят о некотором снижении, да, так скажем, общих данных, да, по количеству заболевших. Но мы видим, что, например, Новосибирская область растет, и в этом вчера, да, 41 дополнительный человек заболел, и это в том числе проявление того, так скажем, относительного безумия, которое творится у нас на улице, когда я вот смотрю, как у меня в школьном дворе, да, люди гуляют, бегают, и причем не поодиночке, а очевидно, сразу их много, этих человек, и они взаимодействуют друг с другом. Поэтому, чтобы, как говорят, обуздать эту инфекцию, надо максимально обеспечить защиту и самоизоляцию. По возможности, конечно же, да, с учетом того, что у нас, в принципе, по крайней мере, в Новосибирской области, порядка 80% людей работает. Мы сейчас будем говорить о правовом статусе служащего. Еще раз обращаю внимание, что я в Прометее, тем не менее, это пока основной у нас инструмент. Я дам задания, да, по семинарам, и вы, собственно говоря, должны будете эти задания выполнить. Как вариант выполнения заданий, это может быть маленькая презентация сразу же по всем заданиям, которые я дам. А я дам задания по предыдущей теме организационной основы госслужбы и по сегодняшней теме правовой статус служащего. Вот. Это будет, так скажем, текущее оценивание, потому что я тоже велика вероятность, что мы не с помощью тестов будем сдавать, а с помощью вот текущего оценивания, включая, в частности, и курсовую работу, правовой статус служащего. Этот тема. Вот когда мы говорим о государственной службе как определенного рода профессиональной деятельности, да, особой служебной деятельности, то она в том числе отличается от обычной трудовой деятельности, от работы тем, что у служащих есть особый правовой статус. Это не правовой статус работника, это правовой статус именно служащего. Он регламентирован не законодательством трудовым, а законодательством служебным.
И при этом, безусловно, да, какие-то элементы трудового статуса гражданина как работника, они защищаются, и прежде всего защищаются те конституционные права, которые связаны с трудовой деятельностью. Но в целом правовой статус регламентирован совершенно иначе. И в том числе, очевидно, здесь есть те компоненты, которые не всегда присутствуют в правовом статусе работников, да, и вообще любых других субъектов. То есть, когда мы говорим об основном элементе, об основных элементах, это вот три основные права, основные обязанности и ответственность. Вот этот, так скажем, эти элементы присутствуют в регламентации почти любых правоотношений, да, в Российской Федерации. А вот что касается госслужбы, здесь, очевидно, есть те, так скажем, элементы, которые имеют, очевидно, такой запретительный характер, да, ограничения, запреты и требования к служебному поведению, которые ну, пытаются обуздать, что называется, да, служащего, и в том числе компоненты, которые имеют очевидный компенсационный характер из-за того, что так много ограничений и запретов, то, безусловно, необходимо обеспечить комплекс гарантий, в том числе дополнительных гарантий относительно того, что есть, например, в отношениях работника и работодателя, определенных трудовым законодательством. Это естественно и справедливо. Перейдем к первому компоненту. И первым компонентом, очевидно, правового статуса являются основные, или как еще их называют, служебные права. В данном случае обращу внимание на целый набор этих служебных прав. Это право на обеспечение условий, так вот, в совокупности они могут быть названы. В первую очередь, это право на организационно-правовые условия. То есть организационно-правовым условием на гражданской службе, очевидно, является должностной регламент, который определяет, как мы говорили, содержание деятельности и требования к исполнителю. Требования к результатам его деятельности в том числе, требования к его квалификации, ну и другие вопросы. Организационно-технические условия, они наиболее, пожалуй, полно определены в рамках законодательства, ну, с точки зрения их общей регламентации, да, это материальные и технологические, то есть служащий должен быть обеспечен, да, своим служебным местом, у служащего должны быть в распоряжении определенный, достаточно как комфортный метраж, да, который позволяет ему выполнять соответствующие обязанности. И надо сказать, что сегодня действительно установлены в ряде случаев на федеральном уровне и в ряде субъектов федерации, в частности, требования к метражу, квадратным метрам, да, помещения, в котором должен работать служащий. Технологические условия – это условия, связанные, безусловно, сегодня с информационными технологиями, с компьютером, который для служащего практически все, поскольку это, так скажем, инструмент, который позволяет использовать и обрабатывать информацию. Ну и, конечно же, санитарно-гигиенические условия. В настоящий период это, так скажем, очевидно, самая важная составляющая в условиях, да, коронавирусной инфекции. И недаром сегодня максимально пытается государство ограничить доступ, да, граждан, государственным служащим и другим лицам, которые замещают, ну, выполняют публичные какие-то функции. Например, когда речь идет о предоставлении государственных услуг или муниципальных услуг, да, если раньше можно было, ну, относительно самостоятельно прийти и получить эту услугу, то теперь это можно сделать только через электронный режим, через госуслуги.
И это в какой-то степени правильно, это в том числе стимулировать должно граждан к тому, чтобы они пользовались соответствующей системой. Очевидно, и в мировой практике, да, к сожалению, достаточно большое количество граждан не пользуются электронными, так скажем, средствами предоставления услуг. И вот недавно, да, к одной из лекций, которую я готовился по организационной деятельности органов власти, это дисциплина, которую вы в последующем будете изучать, я, например, обнаружил, к определенному, может быть, своему удивлению, да, фотографии огромных очередей в Австралии в службу предоставления услуг. Причем государственных услуг, это причем не современные фотографии, а фотографии нескольких лет. А сегодня мы видим, да, как в Соединенных Штатах, да, какие образуются очереди, ну, там, правда, не само государство, а социальные какие-то организации некоммерческие, да, предоставляют, например, питание или еще что-то бесплатное, и выстраиваются огромные очереди, да, тех лиц, которые по каким-то причинам этого требуют. То есть вот должны быть предоставлены, конечно, эти обстоятельства, тем более, что санитарно-гигиенические, да, условия, они важны не только для самих служащих, да, но и для граждан, потому что есть вероятность, как в нашей сегодняшней ситуации, заразиться и, то есть, пострадать в конечном счете, да. Вот. Очень большой объем прав служебных, основных, регламентирован как права на доступ к информации. Я уже говорил о том, что информация — это, в принципе, все для служащих, потому что для принятия решения она необходима. Она, собственно говоря, есть и результат, собственно говоря, принятого решения служащим. И поэтому, безусловно, да, служащий работает с информацией, она ему нужна полноценная, она ему нужна адекватная, полная, доступная. И поэтому существует целый набор, да, прав, именно связанных с доступом к информации. Причем как о себе лично, да, так и о той деятельности, которую он непосредственно выполняет. И в дальнейшем на уровне как раз должностного регламента, других документов, вот это право на доступ к информации должно быть, ну, достаточно полно регламентировано. В частности, например, у каждого служащего, да, должно быть удостоверение, потому что только по удостоверению он может получить соответствующую информацию. Если он просто будет говорить гражданам «я госслужащий», вряд ли, очевидно, кто-то ему поверит. И он должен, в принципе, представиться и показать свое удостоверение. Вот очень подробно, кстати, это, например, регламентировано такой характер, да, взаимодействия, доступа к информации в законодательстве о службе в органах внутренних дел. Я не совсем понимаю, почему это так слабо регламентировано на уровне гражданской службы. Ну и, конечно же, как я уже говорил, есть необходимость компенсации за вот те условия ограничений, в которых работают госслужащие, и, соответственно, возникает целый ряд прав на гарантии. Помимо того, что сами гарантии должны быть предоставлены, должны быть регламентированы и сами права на получение этих гарантий, потому что иначе, в противном случае, мы, очевидно, можем видеть непредставление этих гарантий. И действительно, в ряде случаев мы это видим, когда федеральный законодатель фактически игнорирует, да, с собой же, так скажем, поставленные задачи, цели регулирования. В частности, например, у нас до сих пор в полном объеме и в тех условиях, которые определены в 58 и 79, особенно в федеральном законе,
для гражданских военнослужащих не определены условия медицинского страхования и государственного пенсионного обеспечения. В равной степени это касается муниципальных служащих. В лучших условиях, очевидно, в этой ситуации находятся сотрудники правоохранительных разных органов и военнослужащие. Ну, в принципе, это очевидно, причины такого рода ситуации в отношении этих сотрудников. Но не совсем понятно, почему гражданские муниципальные служащие не обладают, ну, примерно схожим объемом гарантий. Право на защиту – это тоже очень важный компонент в правовом статусе, в системе прав государственного или муниципального служащего, потому что, очевидно, государственный служащий может быть подвергнут каким-то нападкам со стороны граждан, других государственных служащих, причем абсолютно незаконных. И он должен в том числе иметь возможность защитить свое честное имя, защитить свое имущество, защитить членов своей семьи. И опять же здесь, вот как раз на примере прав на защиту, мы видим, что действующее законодательство фактически не устанавливает какие-то четкие алгоритмы того, как будут обеспечены эти возможности защиты для гражданских служащих. Действующее законодательство, оно говорит о сотрудниках, опять же, правоохранительных структур, оно говорит о судьях, а мы понимаем, что ни те, ни другие не являются государственными гражданскими и уж тем более муниципальными служащими. Соответственно, эти служащие гражданские и муниципальные меньше всего обеспечены с точки зрения действующего законодательства такого рода правами на защиту. Что касается обязанностей, опять же, обращаю внимание, мы здесь рассматриваем в основном обязанности государственных, гражданских и муниципальных служащих, ну, с той или иной степени оговорки, да, потому что в одном случае, да, для гражданских служащих эти вопросы регламентированы 79-м федеральным законом о государственной и гражданской службе. В отношении муниципальных служащих эти вопросы урегулированы частично 25-м федеральным законом, частично законодательством о труде, а где-то вообще никак не урегулированы. Ну и еще также надо обратить внимание, что система основных служебных обязанностей включает не только регулирование с помощью вот указанных ранее законов, но еще есть 273-й федеральный закон о противодействии коррупции, который вводит в том числе и свою интерпретацию этих основных прав. Ну а также, возможно, есть в ряде других федеральных законов, указанных мною, например, 59-м федеральном законе, да, о работе с обращениями граждан. Ну, первая и, пожалуй, основная, наверное, обязанность любого служащего, как государственного, так и муниципального в нашей стране, это соблюдать Конституцию. Соблюдать – это значит действовать в рамках установленных Конституции, другими федеральными законами и другими нормативными правовыми актами норм. Это значит, что в том числе, очевидно, понимать иерархию этих нормативно-правовых актов, потому что соблюдение предполагает именно соблюдение норм по иерархии. Если, в частности, каким-то нормативным актом какое-то правило установлено, но оно противоречит вышестоящей норме, то, очевидно, с точки зрения госслужащего, надо не исполнять подобного рода предписания, а исполнять предписание, которое установлено вышестоящим нормативным документом. И обращаю внимание, что также оговорено обеспечивать их исполнение. Это значит, что государственный служащий не только должен быть сам примером, да, соблюдения Конституции и других норм, но и в том числе требовать это от других лиц и в том числе заявлять о ситуациях, когда какие-либо граждане или организации не исполняют, не соблюдают действующее законодательство. Это необходимо с точки зрения вот именно правового статуса обеспечить. Исполнять должностные обязанности, я подчеркиваю, и опять же возвращаюсь к характеристике уже мною сказанной должностных регламентов, которых, к сожалению, да, в большей степени не
установлены сами должностные обязанности, и это в конечном счете влечет за собой ну, достаточно размытые правила, предписания и соответствующее исполнение этих предписаний. Более того, служащему вменено в обязанность не исполнять должностные обязанности, если они, их исполнение, их последующие результаты исполнения будут нарушать действующее законодательство, права и законные интересы граждан. И есть механизм, с помощью которого необходимо отказаться от исполнения соответствующих должностных обязанностей, в том числе поручений, которые даны вышестоящими должностными лицами в рамках, опять же, подчеркиваю, исполнения должностных обязанностей, которые даны. В этой ситуации надо отказаться и надо указать, причем в письменном виде, да, отказаться и указать те нормы законов или других нормативно-правовых актов, которые нарушают данное предписание в виде или обязанности, в виде или поручения. Также, как я уже говорил, надо исполнять поручения соответствующего руководителя, но обращу внимание, эти поручения должны даваться в пределах как полномочий этих руководителей, так и в пределах тех должностных обязанностей самого служащего. То есть для того, чтобы служащий выполнил какую-то новую обязанность, которая, возможно, не вменена ему должностным регламентом, надо первоначально внести изменения в должностной регламент, потом требовать исполнения этой обязанности от служащего. То есть только так, только вот такая, так скажем, процедура. Поэтому это значит, что в данном случае очень важно, очень часто, возможно, менять должностной регламент. Он будет меняться достаточно часто. Еще важное предписание, которое связано, например, с принципом законности, это соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организации. Опять же, здесь можно скорее похвалить, да, законодательство о службе в органах внутренних дел, о службе в полиции, поскольку именно в этих законах более-менее четко определены элементы как раз защиты прав и законных интересов граждан. В большинстве случаев, и в том числе в законодательстве о гражданской и муниципальной службе, речь идет о соблюдении, так скажем, не нарушении этих прав и законных интересов. Но важно же не только вот соблюдать и, так скажем, не нарушать. Важно уважать, да, эти права и законные интересы, потому что можно выполнить так соответствующую должностную обязанность, что граждане, да, ну, увидят, что в данном случае это было сделано плохо, некорректно, и недаром вы параллельно, да, изучаете такую дисциплину, как этика государственной муниципальной службы, потому что этические требования, да, госслужащим — это приоритетные требования с точки зрения законодательства. И, к сожалению, мы очень часто видим, что вот во взаимодействии, очевидно, с гражданами служащие правила этики грубо нарушают, при этом формально они соблюдают права, они действуют в интересах граждан, но в то же время они грубят, они, так скажем, грубо ругаются, мягко говоря, и это, конечно же, не очень правильно. Такой тоже очень важный компонент – это соблюдать служебный распорядок госоргана или правила внутреннего трудового распорядка органа местного самоуправления. Здесь мы видим вот в этой части различия, да, в трактовке для государственных гражданских и для муниципальных служащих в рамках соответствующего законодательства. Ну, таковы условия. Почему бы не назвать служебный распорядок органа местного самоуправления, не знаю. Ну, вот это все происходит из-за того, что действительно муниципальная служба у нас урегулирована практически в рамках трудоправового, а не административно-правового подхода.
очень важная обязанность служащего поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей. В принципе, проверка, да, квалификации служащего проводится как при поступлении его на службу, возможно, через конкурс, так и в последующем, например, если он проходит аттестацию, а те, кто проходит конкурс, они, как правило, раз в 3 года проходят и аттестацию. Но здесь возникает очень часто вопрос, оценивается ли этот уровень квалификации надлежащим образом? Есть ли в том числе инструменты для оценивания? И вообще, а что же это за надлежащее исполнение должностных обязанностей? То есть, опять-таки, в должностном регламенте, да, очень часто эти показатели не зафиксированы. Ну, а что касается поддерживать уровень квалификации, это значит, что не только требовать, в частности, отправить служащего на повышение квалификации или на профессиональную переподготовку, это значит, что самостоятельно изучать, а, законодательство, б, соответствующие другие документы, методический инструментарий, пособие, другую литературу, да, по направлениям деятельности. То есть очень важные задачи именно по самоподготовке. Они у нас сегодня прямо заложены в рамках законодательства в Институте профессионального развития служащих. То есть очень большую роль должна играть собственная инициатива, собственная мотивация к профессиональному развитию. Без этого невозможно. И в том числе это связано отчасти в нашей стране с действительно, ну, так скажем, экономией средств государственного бюджета на профессиональное развитие служащего. Хочешь быть служащим, пожалуйста, сам развивайся за свой счет, а не за счет в том числе государства и государственного органа. Ну, таковы современные условия. И это на самом деле не только наша отечественная практика, это требования международных организаций, требования в том числе, которые устанавливаются за рубежом для соответствующих госслужащих конкретного государства. Ну, очевидно, да, госслужащие не все, но некоторые имеют доступ к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. Даже если это не государственная тайна, это может быть коммерческая тайна какой-то организации. Это могут быть персональные данные конкретных граждан. И, безусловно, эти сведения недопустимо разглашать. Надо действовать только в рамках установленных действующим законодательством. И за это, в принципе, должна быть установлена ответственность за конкретное правонарушение. Хотя не всегда это, к сожалению, бывает на практике. Беречь имущество, которое является государственным, там, муниципальным или иным другим, которое верено, так скажем, в пользование служащим. Тут надо обратить внимание, в том числе вспомнить на условия деятельности государственных служащих и муниципальных служащих. В государственных органах и органах местного самоуправления имущество, да, которым распоряжаются служащие, как правило, находится на праве оперативного управления. То есть это значит установлены очень серьезные ограничения по распоряжению этим имуществом, по использованию этого имущества. Это целевое использование имущества должно быть. С другой стороны, в силу ряда обстоятельств, отдельные служащие также могут быть наделены определенными правами в отношении имущества граждан или организации. Здесь тоже надо обеспечить сбережение, сохранение этого имущества. В противном случае должна быть объективна ответственность возложена. То есть неисполнение обязанностей, да, влечет за собой какой-то из видов юридической ответственности. Но еще очень важные обстоятельства, связанные с обязанностями, они в какой-то степени внесены относительно недавно, ну, в исторической, так скажем, перспективе, да, и более того, некоторые, так скажем, сегодня вообще подняты на уровень Конституции, да, изменения, хотя, очевидно, возможно, не столь важно было это делать именно в рамках Конституции, но тем не менее.
Служащий должен быть честным и открытым. И, соответственно, он должен сообщать об изменении своего статуса, сведения представлять о себе и членах своей семьи. Также сообщать о выходе из гражданства или приобретении другого гражданства. Это что касается законодательства о службе. Также он должен соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные законами, сообщать о личной заинтересованности и применять меры по предотвращению, регулированию конфликта интересов. Это с точки зрения, еще раз, законодательства о госслужбе. 273-й федеральный закон о противодействии коррупции эти нормы, по сути дела, дублируют. Служащие обязаны уведомлять о вероятности конфликта интересов, причем это может быть не только возникший уже и реализуемый конфликт интересов, но и, возможно, предполагаемый. Они должны соблюдать требования к урегулированию конфликта интересов и, как я уже говорил, уведомлять о всех случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Эти требования установлены действующим законодательством о государственной и гражданской, о муниципальной службе, о противодействии коррупции. И дальше мы с вами другие компоненты правового статуса рассмотрим уже на следующем занятии. Сейчас мы завершаем. Еще раз обращаю внимание, пришлите мне тогда заявки на электронную почту по курсовой работе темы и требования. Я также это выложу в Прометее. Также будет выложено задание, два задания по темам организационная основа государственной, гражданской и муниципальной службы и правовой статус государственного и муниципального служащего. Вероятно, лучше всего, да, выполнить соответствующее задание в виде маленькой небольшой презентации общей и прислать мне лучше на электронную почту, чтобы не отягощать работу Прометея. Мы сами понимаем, что он порушился, и есть проблемы, в том числе в доступ к нему, поэтому давайте в дальнейшем работать. Я постараюсь тогда и выложить в группу, да, для вашей группы отдельно укажу. Спасибо. Вот, ну, на этом, если какие-то вопросы будут, задавайте по электронной почте или ВКонтакте. Я в доступе, поэтому пока чуть-чуть не болею. Желаю вам тоже не болеть, сидеть дома максимально и, собственно говоря, беречь себя и своих близких. Поэтому в данном случае обратите внимание на это обстоятельство в сегодняшней ситуации, что является весьма актуальным. До свидания. Спасибо. Отдыхайте. До встречи в установленный потом период. До свидания.